Обожаю уличных художников. Их называют райтерами. История современных граффити началась в 20-е годы в Нью-Йорке. Первые изображения появились на вагонах метро. Потом стали рисовать на стенах домов, мостах и заборах. В России, как и в других странах, расписывать городское имущество без разрешения нельзя. Но некоторые города идут навстречу райтерам, предоставляя отдельные стены, а иногда и целые кварталы под граффити. Ежегодно в разных странах проводят уличные фестивали. Они очень популярны среди туристов. Сегодня граффити — официально признанное направление в современном искусстве. Работы всемирно известного художника Бэнкси можно увидеть не только на улице, но и на выставках и в частных коллекциях. Сам художник выступает за свободу искусства. Когда на аукционе продали его картину за 1 миллион 400 тысяч долларов, она самоуничтожилась. В раме был шреддер. Будешь рисовать?